Я Юлия Остин, проживаю уже в Канаде год. Я получила immigration, ПМЖ, PR card, воссоединение с семьей. У меня муж канадец, поэтому мы переехали в Канаду жить. Деятельностью у меня в Украине, я была менеджером международного туризма. Сейчас в Канаде я прохожу обучение английского языка, чтобы в дальнейшем работать по этой профессии. Мне фирма Polyon провела консультации, помогла в оформлении документов в кратчайший срок. Я в кратчайший срок, в течение месяца у меня уже был готов пакет документов, и мне буквально за 4 месяца открыли ПМЖ.